У центрального входа в парк «Лесная пушка» зажгли главную новогоднюю ель. Торжественное событие дало старт ежегодному проекту «Зима в Подмосковье». На празднике работали мои коллеги. Уходящий год для жителей Октябрьского был насыщен событиями. Осенью после реконструкции открыли парк «Лесная пушка», где жители могут отдыхать и заниматься спортом в любое время года. Теперь сделали еще один подарок. У входа в парк установили главную новогоднюю ель округа. Подобная елка, да, у нас первый раз. Вот. Но пока все нравится, пока все интересно, весело. Мы ждем, чтобы елка наконец-то залилась огнями и стала переливаться. До кульминации праздника считанные минуты. Со сцены звучат новогодние песни и поздравления. Я всех поздравляю с наступающими праздниками, с открытием нашего сезона. Подмосковье – самый лучший регион. Зима пришла, поэтому всех с праздником, всем здоровья и хорошего настроения. В Октябрьске приехали новогодние волшебники – Дед Мороз и Снегурочка. Ровно в 6 часов вечера вместе с Владимиром Волковым они дали старт всероссийской акции «Елочка, гори». После зажжения огней на пушистой лесной красавице засияло все небо. Новогоднее настроение приумножила и сама природа. Очень красивая елка и представление, и хорошие коллективы выступают. Самое главное, что детям нравилось, да, что елочку зажгли, парк сделали, очень замечательно. Очень красивый парк, нам очень нравится, мы будем часто очень здесь гулять. Масштабы мероприятия понравились, да, елка вообще шикарная. Нравится ребенку, Дед Мороз нравится, и все выступления, снег вообще... Прям в тему. Мы уже с 18 ноября дарим настроение. Дед Мороза был день рождения, поэтому с этого дня мы и начинаем подготовку, да, к Новому году. Настроение предновогоднее, уже ощущение невероятного чуда, потому что в городском округе Люберцы зажглась такая чудесная, замечательная, превосходная новогодняя красавица-елочка. Всех жителей городского округа Люберцы с наступающим! В зимнюю сказку окунулись и жители улицы Ленина. Во дворе дома номер 19 тоже разноцветными огнями заиграла новогодняя елка. Ребята водили хоровод со сказочными персонажами, играли в подвижные игры и, конечно, танцевали. Лесную красавицу в этом дворе наряжают каждый год. Но такой праздник с участием аниматоров, конкурсами и сладкими угощениями устраивают впервые. Елка очень красивая, мне понравилось сегодня. А танцы понравились? Да. Мне понравилось то, что здесь мы веселились, то, что здесь мы танцевали и пели. Ну, в общем, то, что здесь было весело, и то, что здесь есть такая красивая елка. Всех люберчан поздравляем с Новым годом. Счастья, терпения и благополучия нам всем. Создавать люберчанам праздничное настроение будут не только нарядные ели, но и новогодняя иллюминация во дворах, парках и скверах. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.